Киберспорт стремительно развивается. Региональные соревнования по Dota 2 – часть большого турнира «Битва городов». Движений в этой игре так много, что глаза разбегаются. Сопоставимо с матчем на футбольном поле. Только в центре внимания не мяч, а персонажи с различными наборами способностей. Это мировая дисциплина Dota 2. Недавно по ней проходил очередной чемпионат мира. Соответственно, а мы здесь пытаемся на региональном, местном уровне, да, поднять интерес непосредственно к самой игре, именно к спортивной составляющей, к соревновательной, то есть чтобы ребята не просто просиживали в интернете днями получения удовольствия, а ставили себе цель победить. Победить именно не только в текущей игре, да, как называют катки, а именно в соревнованиях. Мы очень рады, что у нас появилась возможность оказать содействие Федерации киберспорта Беларуси в проведении вот этого замечательного турнира. Наш Брестский областной исполнительный комитет в лице нашего главного управления идеологической работы по делам молодежи, управления культуры Белорусского республиканского союза молодежи. Мы помогаем сегодня, в воскресенье 1 сентября, в проведении битвы городов, турнира, киберспортивного турнира в дисциплине Dota 2. Всего в соревновании приняли участие 16 команд, которые включают в себя 5 игроков. Главная задача – уничтожить вражескую крепость, особый объект, принадлежащий противнику, и защитить собственную базу. Я очень давно играю в эту игру, сейчас со времен первой части, поэтому для меня это больше уже, чем игра. Очень много времени потратил на нее и решил просто вспомнить былое и поиграть на турнирах со своими друзьями, знакомыми. Организаторы отмечают, в Dota 2 важна слаженная и четкая игра команды. Выиграть в одиночку практически невозможно, а потому настоящий кибер умеет стратегически и креативно мыслить, использует все свои возможности и помнит. Одержать победу сможет тот, кто ликвидировал чужой трон первым. Лучшая команда-победитель будет представлять Брестскую область на гранд-финале столицы нашей республики.